Скажите, пожалуйста, под Одессой надо уезжать, Теплодар, надо уезжать. Я живу в Кропивницком, центр Украины. Можно ли тут оставаться до конца войны? Можно, будет безопасно. Если можете ответить, буду очень признательна. Нахожусь сейчас в Праге, не могу найти работу. Стоит мне здесь оставаться или пробовать дальше? Не стоит оставаться. Будете еще долгое время искать работу, быстро не найдете. Поэтому, если денег нет, решайте по-другому ситуацию. Живу в Харькове, каждый день обстреливают город. Пока не получается выехать. Опасно ли здесь оставаться? Где вы находитесь, безопасно. Но лучше было бы, если бы вы переехали. У вас есть знакомые там в Полтавской области, едьте туда.